что делает Сережа в меру безопасности. Вот эти вот господа, бывает, заходят на тонкий лед, а там вон у нас в середине, видите, вон проталина, там воздух поступает, и если они туда добегут, а Жорик туда добежал один раз, до проталины, и все, и мне пришлось нырять за ним. И вот мы теперь вот это мероприятие делаем ежегодно. И просто надо было доску широкую взять, и все бы было бы быстрее. Ну, а почему мы шарик берем? Потому что там пленка, чтобы ее не порвать. Потому что с берега они могут выбраться, а вот с середины, когда лед обламывается и на него еще залезть, это вы все знаете, что самое опасное — это не возле берега, а в середине. Я иду деревья обрезать. Серега вот обламывает лед. Все надо знать. Вот, к примеру, видите, я могу наступить. Он меня держит. Но там, вон они, проталина. Если они сюда зайдут на лед, то, конечно, их потянет туда, к середине. А там очень опасно. И помните, как челюскинские на льдине плавали? Так вот и эти будут. Ну, а я иду продолжать обрезку. Вот мой инструмент. Как обычно, все беру в одну руку, другую камеру. И иду. Сегодня денек относительно теплый. Ветерочек, конечно. Ну, 5 градусов, есть тепло. Я тепло одет. Вот мой объект. Вот я вчера обрезал вот эту яблоньку. Это с которой я яблочко послал Алле, помните, с пятнышком. Это вот мой дальнейший объект. Абрикос. Вот эту ветку убрали, вот, вот эту вот, и пустили вот пониже. В общем, это получается осадка дерева. Если этого не делать, то дерево будет расти вверх. И вот здесь приходится, видите, как вот даже такие вот обрезать вот ветки, которые идут вверх, а боковые оставлять и формировать дерево. Как я говорил, вот в виде чаши.
там, где Кузя, заборчик, поэтому я меньше переживаю. А здесь я вчера обрезал, они бегали в саду, все бульдоги. Он лирик чешет. И я даже обрезать перестал. Думаю, сейчас пока обрезаю, кто-то залезет, провалится, а я и знать не буду. Ну что, вот такая у нас вот зима. Задирает лирика, вызывает его на игру. Ну, он иногда поддерживает, он не против поиграть, он против драк. Да, тут сейчас еще одно мероприятие мы намечаем. Я хочу Агаву переселить во двор, туда, рядом с гаражом, и постоянное место жительства сделать, потому что туда перетаскивать ее проблематично, где она раньше была в спиральной клумбе, а туда какой-нибудь кипарис или что-нибудь посажу. Все, да, Серёга? Вот тут еще, ну все уже. А то слишком ретивые эти ребята. Очень даже... Все. Все, Мирка. Безопасность соблюдена. У нас были недавно морозы. Теперь будет 2 недели опять тепла. Потом опять морозы, и вот постоянно. А когда уже толстый лед, конечно, мы его не разбиваем. Тогда просто закрываем ворота и не пускаем никого в сад. Вот и все. Вот что я хотел показать. Такие вот меры безопасности на этом водоеме.